Far Cry 2. Так, что нам тут предлагает? Нажмите любую клавишу. Нажали. Так, режим история. Новая история. Так, просто, обычно, опасно. Ты герой. Конечно, я герой, ёлки-палки. Так, выбор персонажа. Ух ты, блядь, персонажа выбрать. Возраст 28 лет. Гражданство натурализованный. Охуенное гражданство. А, гражданин США. Натурализованный гражданин США. Индеец, что ли? Место рождения Сан-Паулу, Бразилия. Прикольно. Бразилия. Ну, рост 1 метр 78 сантиметров. Вес 86 килограмм. А, ты чувак невысокий. Цвет волос. Шатен. Цвет глаз. Светло-карий. Спец... А, так, это он специалист. Корпус морской пехоты США. Военизированная защита персонала. Нужно командование США. Военный советник в Колумбии. Ну, такое. Так, есть какой-нибудь... О, да, прикольный. Возраст 33. Гражданство США. Хоть не натурализированный. Место рождения. Талса, Оклахома. Рост 1 метр 90 сантиметров. О, вот это такой норм высота. Рост у него. Вес 104 кг. Ну, такое, не знаю, нормально, наверное, блин. Цвет волос черный. Цвет глаз карий. Спецлицензия, телохранитель, штат Флорида. Не, ну это круто. Полюбасу его чуть-чуть выберем. Нет, мне не нравится. 3-4. Натурализованный израильтянин. О, не, тоже не. Так, Мавритания, боже, не... Чё ты то косые, то одноглазые, то баклажаны. Бля, баклажан. А это Китай? А чё он такой чёрный? Подгорел, что ли? Ладно. Мы возвращаемся вот. Где этот паренёк? Во, красавчик. Всё, погнали за него. Уже через 5 минут пребывания в стране ясно, на хорошее надеяться не стоит. Да в принципе, блядь, в чем хорошем можно надеяться? Тут, блин, стрёмно. О! Молодые, поехали! Эй, сэр! Погнали! Да, я знаю, где. Вам повезло, что в Пало остался всего один ответ. Да по-любому, вот это что, тут вообще повезло, что вообще какие-то постройки есть, а не под кустом спите, блядь. Ох, нихера себе, блядь, у вас тут самолеты летают. Пиздец. Как давно вы поняли, что это не боги? Мы едем. Куда ни позови. На родину до хаты. Мы едем для пути. Ух ты! Да, так его! Никто больше не соблюдает правила. По-любому, блин. Какие нахрен правила, блин? И вообще, в шоке знаки есть. Люди по обочине ходят. Охереть, блин. Что ты ему сказал? Больше, конечно, ведь небось, блин, репахом подтираетесь, ёлки. Чё там показываешь? Не, ну, бля, красиво, да. И чё? Чё ты молчишь? Ты явно, блядь, таксист. Не таксистом не работал, блядь. О! Да, сейчас. Да дави ее уже. Я не понимаю. Ивань, ты... А ты чё там? Джедай чё шо там? Силой мысли заставил коров разойтись. Ух ты, куда это я смотрю? Так. О, что-то горит. Из-за пожара сплошные потери. Моего брата была отличная бензала. Их нет с установкой. Он был
мелочи, богачок, а в пожаре потерял все. Теперь он и я там останусь. Ну, отличная бангало. Снова радио свободы везет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны в своей стране. Берегитесь от заразы СНС. Да, зараза мучает нашу прекрасную страну и именно СНС. Подобно любой... Диджей не нравится. Может, музыку хорошую ставить, кто знает. О, черт поинт. Да давай договаривайся с ним, дай ему сигарет что-нибудь. Я с пассажиром, везу вам в городской отель. Вы из аэропорта? Да, из аэропорта. Классный калаш. Вы что тут стоите здесь? Китайский. На обратном пути я привезу вам холодное пиво. Вы пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живи, приезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Да, да, да. Газуй давай, баклажан, ёлы. Мосты, наверное, еще во вторую строили. Если полченцы приходят в нашу страну, крадут все. Ничего нам не оставляют. Да. Мы, блядь, доедем когда-нибудь, ёлы-палы. О, опять. С пулемётом. Это прекрасно, блин. Хорошо, блин. Ну, вот солдат, это хорошо. Мы же доедем когда-нибудь. У вас тут все горит, блин, всем похер. Пусть это вас не беспокоит. Да, конечно. Вы понимаете, каково это? Не понимаю, каково это вообще. Что за хрень? Еще один. Слушай, ну ты тут помедленнее, я съехал бы. Че, блядь, стоят, спорят на мосту. Кто первый прыгает, ну че? Только дураки остались. Дураки и таксисты. Ты таксист так себе, я тебе хочу сказать. Бля, меня сейчас тошнило. Ебать, помедленнее, чувак, ты меня укачало. Ну стоп же написано, чё? То есть правила вообще, да? Что-то меня вообще колбасит. Ну я фиг его знает, ты так вводишь, блин. Так, у нас белый экран. О, загрузка. Уже через 5 минут пребывания в стране я... Блядь, я не успеваю читать. Я не успел приехать, уже заболел чем-то. О, бабки мои чуть читать. Ты чё? Ты чё творишь? Давай, ты чё? Ты кинь в него чё-нибудь. Чё, нельзя ничего кинуть? Что ты там вычитываешь? Так, стоп, что-то мне не нравится, что за херня? Тут звук как-то регулирует, что так тихо? Звук. Музыка включена, общая громкость. Что, общая громкость стоит на максимум? Ну, ладно. Торговля оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу. А вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроили. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти
другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь, никто меня не убьет. Никто. Блин, ты куда встал? О! Кому жить, а кому можно это взять? Я. Тебе вообще палец отрежу. Знаешь, когда-то я давно прочла одну книгу. До сих пор вспоминаю. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. В жизни есть воля к власти. Какое приложение силы? Ты что, блин? У вас что, могила есть? Вот так. Дрит тебя коробит. Так, давай, белый туннель я вижу. О, я встал. Я могу встать. Да вставай ты, придурок. Вон, там уже стреляют без тебя. Нахер тебе, блин, хватай ствол. Ствол, да ну, блин. Схвати ствол. Давай, мачете. Так, теперь мы идем. И вам сейчас всем. Прибегал, перепрыгнул. Сэр, присел, выскочил. Чтобы прицелиться, нажмите, удерживайте правую кнопку мыши. Чтобы стрелять, нажмите левую. Окей. Вот так вот, да? Все не так просто. Я встану вообще. Здесь аптечка. Или меня и должны были завалить. Так, рыжий, ну, пробывание. Срамес нам хорошо надеяться не стоит. Так, открытое столкновение. О, я встал. То есть так и задумано было. Блять, я что, опять в параше? Так, если за пожизненную силу опустил ниже одной полоски, вы тяжело ранены, скорее бы, иначе умрете. Я понял. Так, а что значит H? H нахать надо, ух ты. Офигеть, я Рэмбо! I am John Rambo. Так, а есть еще? Меня зовут Карбонай. Неважно, как зовут тебя. Просто сейчас ты создаешь проблемы. Ты на кого работаешь? Ты в гостинице завалил нескольких моих ребят. Ты в курсе? Итак, теперь ты работаешь на меня. У меня есть для тебя несколько поручений, малыш. Сначала подготовься, подбери снаряжение, боеприпасы и аптечку. Ну, сохранимся. Ура! Вот это типа такая аптечка. Окей. Здесь что? Пожрать. О! РПГ! Так, так, это я понял. Это я тоже. Миномет Так, РПГ. Вот. Офигенные. Больше ничего. Что? Приди в шкафу с лекарствами, возьмите из него шприц, нажав кнопку Е. И чё? Так, или это не шкаф? Шкаф может где-то здесь. Или нет? То стеллаж, вообще-то. Если кто не в курсе. Вот она. Берем. Так, и жмем. Я понял. А,
Значит, так, это наркоманище, блин. Серьезная ситуация. Должно было быть объявлено перемирие, но все покатилось в жопу. Я работаю на парня по имени Гакумба, местный босс Объединенного фронта. Все мои лучшие ребята сейчас сражаются против бойцов СНС, чтобы не дать тем захватить территорию. Ну, значит, для прочих заданий у меня есть только ты. Первое. Нужно починить эту чертову колымаку. Я же всех ребят твоих перестрелял. Что, посмотри, удастся ли тебе запустить движок. Постарайся не перепутать машину и дверь. Ты, похоже, вот-вот свалишься. Охрана. Ну, окей. Нам нужна тачка. Судя по всему, она тут одна. И она закипела. Мы что-то ремонтируем тут. Чем это, правда, поможет, но херово, блядь, мы крутим. Так, что там за задание-то вы? У меня починить машину, припаркованную снаружи. И чё, я её починил, и что дальше? Красава! Тут достать карту. 5. Угу. Блядь, почти сталкер, ёптую. И чё? Масштаб сменяем. Ух, нихера себе. Еще больше масштаб. Вперед вы можете перейти на бег. А, так, это обучение. На через шип бегать, значит. Ну давай. Пятерочка. Так, все, садимся в тачку. Сели. А, ну, как всегда, все, короче. Я понимаю, мне сюда. Ты, да, я ее починил только с ТП. Ну я сюда. Дороги вас тут не к черту вообще. И я, походу, приехал. Выходим, достаем ствол. Да, я тебя только в этот шлёпнул, чё шо. Шо у нас тут? Верни на мою пушку, у меня хоть патроны были. Не, не могу, не могу. Офигеть.